Мистер Каннингем, какие ваши пороки так беспокоят вашу матушку? Игра в кости? Пьянство? Или, быть может, вы любитель мальчиков? Ваша милость, к мальчикам я давненько не прикасался. В свое оправдание скажу, что поначалу принял его за девицу. Что скажешь, Гатри, по поводу того, что Арчи не отличил зада от переда? Я слышал, многие англичане испытывают подобную трудность. Отлично сказано.